Вот и красота. Плеяда. 12 апреля 2020 год. Харьков. Прицелился я таки по Плеядам. Сфокусировался, и то хорошо. 21.16 по Киеву. Красота. Так, сейчас еще Венеру возьмем в оборот. При удачном стечении обстоятельств. Упс. Сейчас постараемся. И ветерок, зараза, поднимается. Ну что ж ты будешь делать? Сейчас я пока вручную подержу. Может, сейчас стихнет этот порыв ветра. И получится у нас посмотреть, как по экранчику пробежится наша Венера Милосская или Харьковская в данном случае. Так, все, ничего не держу, это ветер шатает, зараза. Да, и он явно становится только больше. Ну что, на том спасибо. Подождем утречка, может получится снять, как одновременно из-за горизонта выходит с утра луна и наша триада весенняя, Юпитер, Сатурн, Марс. Тут они вчетвером практически одномоментно должны выскользнуть. Из-за горизонта завтра, за горизонта завтра с утра. Мимо маму. Если все сложится, поснимаем. Ветер стих, так теперь в кадр не поймаю. О. Ну что ж ты, Юрка, такая, а? Венера, Венера. Все, ушел. Вот и наша красавица. 84 миллиона километров сейчас до Венеры. Фазу видно ее, да? Что она наполовину только освещена. Засветка есть, но что получилось, не разберусь я никак с этим. Мудрёная японская техника, с этой мудрёной японской иероглифы эти какие-то на экранчике. Что там, что значит? 12 апреля 2020 год, Харьков. С Днём космонавтики.